Всем привет, с вами снова Валяталка, добро пожаловать на мой аккаунт. Почти 5 месяцев у нас на этот аккаунт не выходило влогов, так я подумала, почему бы и не сделать влог. Этот влог будет о том, как мы с Левой забираем наших новых питомцев из приюта. У нас будет собачка и птичка. Прошу, не перематывай до конца, поскольку будет очень интересно. А перед этим советую подписаться на мой YouTube-канал с Roblox. Там я буду снимать про Murder Mystery и другие игры в Roblox. Обязательно подпишитесь, ссылку я оставлю в описании. Сейчас мы будем переодеваться, пойду будет Левушку. Левушка, вставай. Позавтракаем мы потом, потому что у нас запись, чтобы забрать питомцев уже сейчас. Сейчас мы с Левой быстренько делаем маску и переодеваемся. Ну что, выезжаем забирать питомцев. Ну что, мы приехали в самый большой пет-шоп в нашем городе и подходим на кассу. Здравствуйте, это вы, Валентина и Лев? Да, это мы. Мы пришли забрать собачку и птичку, то есть цыпленка. Ладно, проходите, пойдемте за мной. Породу птички мы уже знаем, а собачки будем выбирать сейчас. Итак, мы пришли в комнату, где должны быть ваши животные, выбирайте птичку. Птичка у нас наверху, она немного обрезалась, сейчас мы возьмем птичку. Так, вот она, ваша птичка, берем ее. Хорошо, да, возьмем. И, кстати, здесь собачки и кошечки еще не все, сейчас я покажу вам еще. Тогда мы берем вот эту первую пушистенькую собачку. Хорошо, спасибо за покупку, спасибо, то, что забрали питомцев, приходите еще. И да, кстати, сейчас я вам еще дам пару вещичек для ухода за животными. Так, для цыпленка и для собачки. Там нужна расчесочка для собачки. Сейчас я вам все положу. Вот, можно взять лучше вот такую чёточку. А еще у этой собачки быстро растет шерсть, поэтому ножницы тоже будут нужны. Ну и корм вы, надеюсь, купите сами. Сейчас мы обоим надо взять лоток. Я возьму сразу большой, для собачки подойдет, и для цыпленка. Нежели брать маленький и большой вместе. Сейчас я вам помогу все донести до дома. Мы пока берем все вещи и отправляемся домой. Итак, спасибо, что помогли нам все доставить, пожалуйста. Но сейчас время разложить все вещи для животных и рассказать про самих животных. Итак, сейчас я вам расскажу про всех животных. Начнем, пожалуйста, с цыпленка. Это двухмесячный цыпленок, его зовут Чик. Теперь он живет с нами. Я думаю, вы не раз видели его в моих видео, потому что он нам помогал для наших видео. Он достаточно умный и смышленый, правда, достался он нам не от первой покупки, а после одной уже хозяйки. Просто она не могла перевести цыпленка и приехала в другую страну и отдала его нам. А вот эта вот красивая пушистая собачка, ее зовут Белль. Ей почти год, ей 11 месяцев и с лишним. У нее через 2 недели будет день рождения. Интересный факт, у нее день рождения 2 сентября. На этом наш влог подошел к концу. С вами была Валя Тока и Лева. Всем до новых встреч, пока-пока.